Медреформа на низком старте. Уже через несколько дней, с 1 июля, официально начнутся перемены по модели Ульяны Супрун. Меняется порядок финансирования медучреждений. Ну и все те миллионы деклараций, которые уже успели подписать украинцы, выбрав семейных врачей, получат реальное административное содержание. Итак, кто сможет воспользоваться медреформой и кто точно останется за бортом украинской медицины, выясняла моя коллега Галина Якушко. Я ничего не саботую. Кстати, куда спешить? У нас что, конец света начался? Старт медицинской реформы во Львове был бесполезным. Местные чиновники так боялись за сохранность персональных данных пациентов, что сперва подключаться к электронной системе отказывались, заменив ее надежными тетрадками. Где-то кей компьютер, где ноутбук. Сейчас технический прогресс все-таки дошел до львовских медучреждений. К примеру, в 4-й коммунальной больнице провели интернет, на столах новенькие ноутбуки, пациентов регистрируют. Принтер є, ноутбук швидше всього схований, але я не буду по шухлядам чужим. Ну, як мінімум, зарядка до ноутбука є. Так. Взлому уже не бояться. Приходить пацієнту смс, і це є його кодове слово. Крім пацієнта, і ще тут я, кожен дає слово, яке складається шести і більше букв, знає тільки пацієнт і комп'ютер. Більше того ніхто не знає. Ну от там, де виникає чоловічий фактор, система все-таки дає збой. Пацієнти жалуються, некоторі врачі відмовляються заключати договори з пацієнтами, і тоді по старинці все рішає дзвінок. І не хочуть розприймати? Не хочуть. Тоді треба йти до завідуючого, завідуюча дзвонить, і тоді мене втимають. Вообще, с 1 июля официального старта медреформы для людей мало что изменится. Врачи должны будут принимать и пациентов с декларациями, и без них, по крайней мере, до конца этого года. Но все же договор подписать нужно. Выбор семейного врача зависит от собственных предпочтений. Можно выбрать доктора, который принимает возле дома, которого посоветовали друзья, или о котором вы прочитали на форуме в интернете. Для меня врача определила пресс-служба городского совета. Ведь про съемку пришлось договариваться заранее. Надеюсь, это будет показательная семейная амбулатория. Как-никак, здоровье им доверяю. Мы не ошиблись. Амбулатория от горсовета образцово-показательная. Внутри новая мебель, плазменные телевизоры, ухоженные вазоны. В коридоре очередь. А вот здесь информация о моем враче. Написано: врач высшей категории, стаж работы 13 лет. Заведующие. Добрый день. Добрый день. Мы за вас. Прошу, заходите. Паспорт и идентификационный код. Все, что нужно для заключения декларации с семейным врачом. Ксерокопии у нас лишаются. На базаре. Ну то мы зараз ходим про ксерву. Врач просит придумать кодовое слово и оставить контакты человека, которому можно звонить в чрезвычайной ситуации. Не на телефон приходит секретный код регистрации. Якушко Галина Викторовна. С этого момента мы с вами склали декларацию. Ну вот и все. Не прошло и 10 минут. И у меня на руках декларация-договор с семейным врачом. Мой пациентский долг выполнен. У вас же много кто записался? Да, на сегодняшний день укладено 1700. Зараз с вами подивимся точно. 1740 укладенных деклараций на сегодняшний день. В этой поликлинике всего лишь 6 врачей. К ним уже записалось больше 10 тысяч пациентов. Нагрузка огромная. Чтобы принять всех, работать медикам приходится сверхурочно. Львовским медикам тяжело, но их коллегам из области еще тяжелее. В сельских амбулаториях аншлаг, ведь врач только один. Все боятся, что лишатся поза списком, что не выйдут. А у нас только один лекар, а больше 4000 населения. А ведь Минздрав установил четкий лимит. На одного врача 2000 пациентов. Но тут, в Пникутской амбулатории, это точно не действует. Кстати, еще полгода назад здесь все было совсем по-другому. Не было даже туалета, а компьютер держали под замком в кладовке. Мониторы, системный блок и все комплектующие. Пникутскую амбулаторию семейной медицины преобразили до неузнаваемости. Пошпаклевали и покрасили стены. Уложили брусчатку и заменили крышу. А вот здесь даже сделали ландшафтный дизайн. Добрый день. Вы нас помните? Добрый день. Добрый день. Внутри тоже порядок. Здесь теперь дневной стационар. Мы вытянули компьютер. Прошу, мы все працюємо. Вот только пациентов в систему вносят не всегда. Попал в интернет и... Так. А хто його знає? Так часто буває. Так? Я дуже-дуже гарний, а потім зависаю і пропадаю.
Теперь персонал ждет главного – обещанного повышения зарплаты. Ведь основные изменения с 1 июля должны произойти в работе медиков. Их будут увольнять и заново принимать, уже по трудовому договору. Согласно ему, оклад медсестры должен возрасти до 12 тысяч гривен, а семейного врача – до 20. Но сколько медики будут получать на руки – еще вопрос. Ведь больницы переводят на финансовое самоуправление. Медучреждения должны будут подписать договор с Национальной службой здоровья и сами распределять деньги, которые ходят за пациентом, в том числе и на благоустройство больниц. Село Берегово во Львовской области. Чтобы добраться до медпункта, нужно пройти несколько десятков метров по такой вот грязи. Внутри обстановка не лучше. Это кадры, которые мы снимали в Берегове полгода назад, до старта медреформы. В этом медпункте не было даже самого необходимого. По черзі, як наливаю воду на одну руку, помалу ставлю чайник, розмиваю воду. Добрий день, Ляна. Як ваші справи? Добрий день. Ми до вас в гості. А что ты снова приехал? Все так же без воды и умывальника работает медсестра Ольга, но теперь еще и на работу приходит пораньше, чтобы убрать. Санитарка пришла тут скорочена, и теперь тільки ми з медсестрою по черзі прибираємо, тут ми їм ще трохи. А як так санітарку скоротили, по якій причині? Сказали, що на цей рік кошти менше виділили. Ольга волнується, що амбулаторію можуть вообще закрить. Ті самі старенькі двері, оббитые ступеньки. Похоже, в лучшую сторону в амбулатории в Берегово пока ничего не изменилось. Разве что грязь немного просохла. Как-никак лето на улице. Не лучшая ситуация и в Закарпатье. Кстати, именно эту область в Минздраве назвали одним из аутсайдеров. Мол, и заключать договоры с нацслужбой больницы не спешат, и декларации с пациентами подписывают слабо, а может, просто не могут. Я пришла оформляться до вас. Амбулатория в селе Ставном. Терезия Николаевна пришла подписывать декларацию. Но здесь нет интернета. Ее данные медсестра вносит в систему у себя дома. Иначе никак. Дома то такой. Маешь час, не маешь час, можешь, не можешь. Працюй интернет, не працюй сервер, то и зависай. И такие технические проблемы в украинских селах повсеместно. В Минздраве заявляют, на данный момент декларации подписали 10 миллионов человек. За каждого пациента больница будет получать 370 гривен и 240 за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждения, но декларацию еще не подписали. Галина Якушко, Марина Коваль, Юрий Голубенко, Юрий Ковалев. Подробности недели, телеканал Интер.